Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Ежедневные награды забираем. Так, 90 долларов, ага, 270. Так, будем ли мы с тобой покупать телепорты? Пока не знаю, ребят. Так, задание, ага, откатились уже. Ну, давай начнем, наверное, с серии испытаний. Быстренько с тобой пробежимся. Раз, два, три, четыре, пять. Что-то у меня армагончик немножечко покорёбанный. Так что надо его либо захилить, либо держать его под защитой. Так, минус клан футовец. О, смотри, что делает, а? Аглоедушка. Так, давай-ка мы, наверное, крипа с тобой завалим. Так, постепенно урон, я думаю, уничтожит его. Так, слушай, кланфут, ты не опухли тут? Нормуль. Добиваем. Так, все-таки нам придется, наверное, использовать с тобой лечение от Леонардо. Или же мы можем с тобой сделать немножко по-другому. Поставить сердцебиение. Но это, видишь, у Шредера будет действовать только тогда, когда он будет ходить. Да, он не успел. Ну что же. Зато быстренько с тобой пробежались, да? Ладно, заберем сейчас первую награду. Заберем первую награду. Так, и у нас здесь начинается, короче, открыть колоду. А колода вообще есть? Давай посмотрим. Так, в магазин. Колода есть, бесплатная, отлично. Что нам там выпадает? Зэк, окей. Так, подожди-ка, у меня опять, по ходу дела, да, есть откаты? А я их не потратил, точнее, не получил, да? Ребята, 10 откатиков. Блин, было бы 38, это, кстати, неплохо. Ладно, пока потерпим. Значит так, сразиться в боях. Ну что, продолжаем прокачивать нашего сплинтера. Навыки, да? Тут, ё-моё, еще 5 сканеров. Я так понимаю, это сканеры. Один нашли. Так, нужно 5, да? 2. Окей, погнали дальше. 3. 4 и последний. Да чтоб тебе. Давай мне сканер, господи. Что ты начинаешь ломаться-то? Все, отлично, ребята. Чего нам еще не хватает здесь? 8 биноклей. 8. Блин, он начинает мне отслеживающее устройство искать. Тот самый сканер, да? Подожди, а где... Блин, а бинокль оказывается золотой у нас, ребят. Поэтому шанс его получить очень-очень маленький. Трындец. Так, ладно, продолжим поиски уже в следующий раз. Давай здесь заберем награды. И поднять уровень персонажа. У нас с тобой 27 тысяч мутагена. По-моему, не хватит, да? А, хватает. Все, друзья мои, Супер Шреддер получил 92 уровень. Шикарно. Забираем награды. Так, ну что, в боевку. На арену. Мы с тобой находимся в данный момент в Лиге Сёгунов 3 звезды. 53 ранг. Давай-ка уже перебираться в мастера, я думаю. Чем мы тут засиделись просто-напросто, да? И начнем, наверное, я с полтинников. Раз, два, три, четыре. Как думаешь, выдержит здесь Армагон против 67-х и 66-х уровней противников? Как думаешь? Я думаю, что справится. Давай проверим. Так, бросает валун и... Упс. Упс, ребята. Не-не-не-не-не, парень, успокойся. Трындец. Ну-ка. Так, а он еще и защиту на себя повесил, прикинь. Ё-моё, мы его не пробьем, наверное, да? Так, Куныичи, давай. Да ну. А так, если... Трындец, это сколько мне пришлось по нему ударить. Мы, кстати, с тобой чуть-чуть не потеряли Куныичи. У нее бы висел постепенный урон, и он бы мог ее добить. Если бы мы еще немножечко с тобой замешкались. Так, ну, а мы с тобой переходим на 44-й ранг. Всего-то лишь на 44-й. Ну вы серьезно, что ли? Так, давайте мне... А 17-23 не хотите мне подогнать, нет? Не хотят, ладно.
Натан. Так, Армагон, ты уж извини, будем сегодня тебя эксплуатировать, как, в принципе, и мы обычно и делаем. Так, я надеюсь, он меня не подведет. Ну, урок, кстати, удивительно, что выжил. Так, а здесь кролики. И Донателло, ё-моё, ну-ка. Риски, ребята. Но они оправдались. Вот здесь он почему-то, как ни странно, всех вынес. С одного валуна. Ладно, давай двигаться дальше. Так, какая позиция была? 44-я становится 30-я. То есть 14 ступенек мы с тобой пролетели. И это круто. Кстати, 96 монет. А нам нужно 100, да, насколько я помню. Соточка надо для того, чтобы получить ДНК на Шинигами. Ну что, выбираем тогда Доминика. Берем Доминика. Делаем вот так. Раз, два, три, четыре. Но тут опять же, ребята, 66 уровень. Плюс Роквелл здесь. Ну, я имею в виду доктор, да? Плюс Рафаэль, Майки. То есть тут противник довольно сильный. И если мы сейчас пропустим хоть кого-нибудь. Ну, слава богу, никого не пропустили. Никого не пропустили, всех завалили. Блин, вот Хана бы прокачать было бы тоже неплохо, да? А мне, кстати, очень давно кто-то говорил в комментариях, что, Рэй, прокачай Хана, он довольно неплохо бомбит на высоком уровне. И я, наверное, соглашусь. Так, у нас здесь Хамза. 69 уровень уже, ребята. Я немножко опасаюсь за то, что Армагон один, наверное, не справится, поэтому возьмем в помощь ему Карайку. Тихо, Тигр, подожди. Ну, почему Карайку, ребят? Потому что у них, у обоих, в принципе, очень хорошая инициатива. У Армагона, потому что у него высокий уровень. У Карайки, потому что она сама по себе очень быстро начинает ходить. Ну, проверим, выживет ли кто-нибудь после удара. Нет. А если бы кто-то и выжил, ребята, вот для этого и взята была Карайка, чтобы она смогла добить. У нее, в принципе, бросок кунаями неплохо отнимает здоровье. Как мы с тобой долго двигаемся к мастеру одна звезда, ребят. Я не знаю, в чем проблема. Мы как-то раньше, ну, там, я не знаю, пару боев. У нас обычно вот в мастере так долго идет. Продвигаемся, да? Ну, никак, извини меня, из сёгунов в мастера. Что-то здесь не то. Давай обновлять. Ага, выпал. Это будет у нас Питер. Кстати, мы уже несколько раз его встречаем, да? Посмотри. Знакомая фоточка. Конечно, знакомая. Он, по-моему, даже в прошлых боях у нас попадался. Ну что, берем здесь раз, два, три, четыре. Да, вот здесь интересно, мы вот этого Рокстеди, который в костюме кролика, сможем забомбить или нет? Как думаешь? Вот Слэш, кстати, Слэш тоже очень сильный противник. Ну-ка. Давай, Армагоша, не подводи нас. Спасибо тебе большое. Не подвел, друзья мои, все великолепно. Ну что же, двигаемся дальше. Посмотрим, сейчас уже должны, в конце концов, мы перейти в Лигу Мастеров. Уже давно пора. Да, Лига Мастеров, позиция у нас 88-я. Слушай, я думаю, что сегодня мы дойдем все-таки до двух звездочек. Очень надеюсь на это. Так, подожди-ка, может быть, дадут нам 16-23? Не хотят, прикинь. Не хотят давать и все. Ладно, берем с тобой 16-22. Это у нас Алекс. Ранги здесь 68, 67, короче, ерунда. Должны разобраться. А вот такой вот командочкой. Ну, я, правда, на самом деле, ребята, очень большие риски беру. В плане того, что у меня 50 уровни, да? А здесь все-таки почти 70. И если Армагоша, не дай боже, промахнется или кого-то не добьет, то тут будут, конечно, плачевные у нас с тобой обстоятельства. Начнут разбирать одного за другим, потому что они сразу возьмут инициативу. И будет разбор полетов. Но, слава богу, пока Армагон держит всех, как говорится, в кулаке. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Обновить. Я все хочу попасть на 17. Вот. Вот, ребята. Кристина. Здесь есть риск большой, ребята, потому что здесь у нас, как ты видишь, Майки. Но мы возьмем тоже Микеланджело с тобой, да? И для подстраховки я возьму, наверное, Зека.
И это стопроцентная гарантия того, что здесь мы их вырубим. Во-первых, у нас Зек и Майки. Это два, как сказать, два персонажа, у которых... Что у нас тут? Уклонение? Нет, давай мы, наверное, сюда ударим. У которых большая инициатива. Так, теперь Зек. Все, мы их замедлили. И мало того, что мы, наверное, еще и добьем их всех. Да, по красоте. Ну, против такой команды, на самом деле, здесь никто бы не смог выстоять. Тем более Зек, который замедляет всех. Плюс Армаглоша со своей суператакой. Так, ну что, 61-я позиция, друзья мои. Еще бой будет 50-й, а там уже рукой подать и до Лиги Мастеров 2 звезды. Ну, давайте мне 16, точнее 17-23. Ведь было. И вот начинают они опять, да, выпендриваться. Я не понимаю, вот зачем так делать? Ведь видели прекрасно, что я смог победить ваших врагов, которых вы мне подсовываете. И не хотят они мне давать, а? Шут с вами. Возьмем тогда Андрюху. Армагон, давай вперед. На всякий случай возьмем Ванюшу с тобой. Так, Доня, ты отдохни пока. Раз, два, три. Слушай, что-то мы уже с тобой 60 уровень берем. По-моему, нам надо вернуться обратно в хвост и брать уже послабее. Ну-ка, глянем. Блин, он красив. Он хорош, он великолепен. Ну, вот согласись. Вот согласись. Конечно, я не спорю, что у нас Усаги, Леонардо тоже хороши. Но мне кажется, что по процентовке именно победных матчей Армагон, по-моему, переплевывает абсолютно всех. У него очень мало получается сбоев. Понимаешь? Блин, тут было 17-23, я пропустил. Вот. Света, смотри, какая довольная Светлана у нас, а? Надо немножко ее омрачить. Надо ее немножечко омрачить. Я возьму, наверное, сюда Шархана и Железную Голову. А вместе с ними пойдет у меня Донателло и Рафаэль Космос. Естественно, на Железноголового здесь надеяться, ребят, не стоит. Потому что он, несмотря на то, что он имеет 80 уровень. Ты видишь, что Крайка сейчас сделала? Ты видишь? Она ударила Железную Голову. Если бы она бомбанула по Рафаэлю или про Падонию, мне кажется, они бы уже валялись. Тыдыч. Тихо, тихо, тихо. Так, ну-ка, Шархан, давай. Спасибо тебе большое. Но тут, конечно, я рискнул. И повезло, что Карайка именно ударила Железную Голову. Просто повезло. Тут, короче, ребята, рисканул я. Не подумал, что я так сделал. Ну ладно, 36-я позиция. Двигаемся с тобой дальше. Так, 17-23, Денис. Так, Дениска у нас. Возьмем, наверное, Армагона плюс Усаги. Ну и с такой командой можно брать кого угодно. Почему, ребят, кого угодно? Я вам говорю, что Усаги плюс Армагон, они вплоть до какого там 79 уровня рвут вдвоем, именно вдвоем. И никто, в принципе, не выживает. Даже не надо брать третье подстраховочное лицо в случае, когда мы брали Усаги вместе с Леонардо. Это, кстати, немаловажный фактор. Потому что здесь мы с тобой 100% справляемся вдвоем, а там все-таки приходилось брать третьего дополнительного. Вот такие вот, ребят, пироги. Ну что же, мы с тобой перемещаемся на 23-ю позицию. Шикарно. Так. Надин. Надин у нас здесь. И мы с тобой возьмем, блин, Бакстера, но такая инициатива у него, знаешь. Ладно, я возьму. И возьму Рокзара. Так, Крис, подожди, ты не лезь. Мне почему-то кажется, что у Рокзара, несмотря на то, что у него 80 уровень, инициатива будет лучше даже, чем у Бакстера 90 уровня. Не знаю, давай проверим. Не хочу, конечно, подставлять Кожеголова и Шредера. Ну, а другого варианта нету проверить. Ну-ка. Ну, сейчас Армагон, естественно, первым ходит. Так. Упс.
Так, друзья мои, ну вот, 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 смотри, видишь, инициатива. Он уже, ребята, берет провокацию. То есть я тебе говорил, что инициатива у него больше и быстрее. Так, ну что, йо, тихо. Блин, нельзя, чтобы он тот парень сделал удар. Не понял юморка. Это как он выжил? Скажи-ка мне на милость. Это что за дела? Так, секунду, ну-ка укусиком. Ничего себе, Донателло. Выдержал удары практически все. До последнего держался. Молодец. Крутой. Так, ну что, а мы с тобой на 8-й позиции. То есть еще бой, и мы уже в Лиге Мастеров 2 звезды, друзья мои. Да. Саке. Ну, хорошо, возьмем Саке. Так, они будут у меня вдвоем. Значит, здесь нам проще взять вот этих вот ребятулек. 40-й уровень с тобой полностью, получается, мы отыграем, да? А там, кстати, еще очень много противников, точнее, моих бойцов, которые почему-то разбросаны как-то хаотично. Надо уже, наверное, их все-таки отыграть, в конце концов. Так, постепенный урон на всех. Вот я обожаю, когда Усаги делает вот так вот. На всех вешает постепенный урон. Конечно, тут Армагоша и справился легко и просто, да, своим валуном. Ему осталось добить. Но если бы он кого-то не добил, то добил бы постепенный. Вот это мне нравится. Так, друзья мои, а мы с вами в Лиге Мастеров 2 звезды и 96-я позиция. Так, 96-я позиция, 96 монет. Как все сходится, а? Так, Брэди. Или Дмитрий. Давай, наверное, Дмитрия возьмем, да? Так, я откат делаю на Армагона. Беру Супер Шреддера и вот этих вот парней. 60 уровень, я думаю, что один удар из них все-таки кто-то выдержит. Но если по нему ударят два противника, то он рассыпется. Ну-ка, Армагон, давай. Тырич, ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, что-то как-то. Ну-ка, Супер Шреддер, давай, наказывай всех. Спасибо тебе большое. Ну, как добивочный, он довольно неплох. Опять же, я хочу повторить, ребята, есть ли у них мало здоровья. Он не справляется с противниками, у которых фулл хп. Он отнимает где-то половину здоровья и вешает постепенный урон. Но опять же, с не очень большим шансом. И если честно, у него постепенный урон намного слабее, чем у Усаги. Вот так вот. Это уже проверено, друзья. Так, ну что, у нас тут Павлос какой-то. А может быть, нам взять? Лучше возьмем Андрюху. Лучше мы с тобой возьмем Андрюху. Дуни. Ну да. Я думаю, что мы справимся здесь, да? У них, правда, тоже Карайка из 79 уровня. Крис Брэдфорд. Давай посмотрим, кто сильнее. Опа, у Карайки инициатива, ты видел? То есть она переплевывает моего Армагона. Получается так. У нее какой там? 79 уровень. Ну, грубо говоря, у нее... Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо! Че творят-то, посмотри, а? Так, Крис, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так. Нормуль. Да чтоб тебя, не смотри, раздухарились. Так. Спасибо, Сплинтер. Вот как думаешь, добьем сейчас или нет? Проверим. С Юриками, ну, практически получилось. Да чтоб тебя, а? Ну, этого должны порвать. Е. А что вот тут вот делать? Скажи-ка мне на милость. Я, наверное, сделаю, знаешь что? Повышу защиту себе. Ага, он решил залечиться. Окей. Так, попробуем. А зачем я так делаю, если у него, ребята, иммунитет? Скажи мне на милость. На! Так, теперь вот так. Искры из глаз. Да что ты будешь делать? У него иммунитет и все здесь. Да, этот бой, конечно, был очень тяжелым. Ну, ты сам видел. Вообще, я еле разобрал его. Ну и какое местечко мы получаем с тобой? 72-е. А бойцов у меня, по-моему, больше не осталось, да? Или осталось?
Так, Мухаммед у нас здесь. Я вижу также Дениска тут. Давай, наверное, Дениску возьмем. Откат. Берем, берем. Ага, раз, два. Змейка Вьюн еще остается. Змейка Вьюн пойдет вместе с Армагоном и Усаги. Да, сделаем, наверное, так. Ну, сейчас проверим. Так, а здесь странно, здесь он почему-то упал одним из первых. Остальные все выстояли. Но я так понимаю, что удар, вот, например, есть у нас 3000 урона. Насколько я могу понимать, 3000 урона это вот от валуна идет каждому, а не в совокупности. То есть в совокупности я имею в виду, что эти 3000 урона не делятся между персонажами, а именно по каждому проходит по 3000. Ведь так? Потому что если это не так, будет немножко обидно. Тогда я, получается, заблуждался. Причем во многом. Но мне кажется, что именно каждый получает по 3000 урона. А там уже суммируется уклонение, плюс там шанс, я не знаю, там уклонение, плюс там, я не знаю, как сказать, очень много здоровья у тебя, да, плюс броня, если есть. То есть, как бы, коэффициент урона, он уменьшается. Вот так вот. Ну что, давай берем с тобой Армагона, возьмем с тобой Усаги и отыграем Змейка Вьюна вместе с кем-нибудь из слабеньких. А слабенькие у нас с тобой Макман и Кейси. Почему-то здесь Кейси такую рожу сделал, да? Весь какой-то в чернилах или что там, я не знаю. Грязный какой-то. Ладно, давай здесь мы ему устроим райскую жизнь. Так, отлично. И добивка. Тихо-тихо-тихо. Добивка. Все, ребята. Ну что, а у нас с тобой остается допройти то самое событие, которое мы не допрошли в прошлой серии. Испытание. Так, ну что, друзья мои. Почти 50-й уровень, да? И у нас с тобой две звезды. То есть завтра, послезавтра мы уже будем в топчике, как говорится, прохлаждаться, свесив ножки. Ну что же, а мы идем. Куда я иду-то? Вот оно, ребята, испытание. Тут у нас с тобой еще два дня, а мы переходим на день Дони. День Дони нам нужно вот. Будем допроходить. Ну, по крайней мере, пытаться. Поехали. Тут у нас с тобой кто? Донателло Космос нам нужен, да? Да. Тыч. Упс, не упали. Но зато понизили мы им броню. Так, 4 волны здесь, как ты видишь. Ну давай вот так вот сделаем. На критовку, ребята, это крит. Повышается крит-атака. Здесь мы сделаем провокацию. Ну и поехали бомбить. Минус. Вызовем с тобой маузеров. Замечательно. Третья волна. Мне бы массовую какую-нибудь атаку было бы вообще великолепно. Но ее нету. Давай бомбанем. В плане, не понял. Железная голова. Ты че, 80-й уровень не смог уничтожить 55-й левел? Как это, ребят? Странный, конечно, этот железноголовый. Ну давай поджог сделаем. Сразу, да, сжег. Угу. Волна смертельная, погнали. Так, постепенный урон только лишь на одного упал, да? Так, слушай, а, не, на двоих, ребята. На Донателло тоже висит. Ну-ка проверим, я. У Бакстера, ну, постепенный у Бакстера тоже, в принципе, неплохой. Как ты видишь, да, срабатывает. И отнимает довольно неплохое количество жизни. Донателло классический нам выпал. Так, теперь оригинал. И остается потом один космос. Так, ну здесь мы с тобой убираем уже муху, потому что нам муха не... Ой, грибы, ё-моё, ребята. Грибы, грибочки. Знаешь, чем плохо вот эта вот команда? А я тебе объясню. В этой команде у нас вообще нет ни одного лекаря. Ни одного. То есть мы даже не сможем с тобой как-то подлечить раны, если, ну, понадобится вдруг. Поэтому только на себя уповаем. Давай критовку, наверное.
Ну, не подведи, железноголовый. Ну, хотя бы гриб этот отдуплился. Так, переходим с тобой на третью. Здесь у нас... Да что ты будешь делать? Везде грибы эти, а? Без них что, никак, что ли? Я не пойму. Ну-ка, возьмем провокацию. Мы заодно им скорость понизили, да? Все, минусанули. Так, волна. Сделал волну и думаю сам про себя сейчас. А зачем я ее сделал, если у нас еще четвертая впереди, как говорится, волна будет. Вот сюда надо было ее делать. Смертельную-то, да? Ай-яй-яй. Ладно, Донни, получи ракетой. Сразу в минус его. Провокацию. Провокацию мы пока брать не будем с тобой. Давай с разбега. Тынц. Фигня какая-то получилась. Ну, поджарь хотя бы. Ага. Так, здесь, наверное, тоже нам нужно повесить постепенный урон. Ну, попытаться. Молодец, Шархан. Ё-моё, контратака, ребят, прикинь. Ну-ка. Так, причем она на всех повесилась. Бомбани. Спасибо. Так, Донни, ты не припухли, а? Давай так сделаем. Опа. Броню, да, понизили? На тебе. Лучом. В кого, в кого, в кого он хочет сделать? Железная голова выдержала. Молодец, красавчик. Что там у него? Защита от воздействия была, да? Я же совсем забыл, что у нас может сделать такой противный суперудар этот Донателло Космос. Он ставит свой вот этот вот посох как маятник, да? Как маячок. И на этот маячок летит из космоса астероид. Это довольно серьезная, как говорится, массовая атака. Поэтому повезло, что он ее не использовал. Вот я сижу и думаю, стоит ли нам убирать. Если я уберу, у нас остается только два. Два бойца. Тут сколько? Пять? Блин, и, наверное, грибы. Если сейчас будут грибы, мы не пройдем. Нет, нету грибов. Но все равно будет сложно. У нас медика нету? Нету. Погнали. Так. Эй, надо было баф повесить. Ё-моё, что-то забыл я совсем про баф. Ну ты посмотри. Это обычные рядовые мобы. Мы их разбираем по 3 часа. Трэш. Опять забыл критовку повесить. Ну что ты, блин, Рэй, ну спешишь. Спешишь просто-напросто. Вот и все. Так, здесь у нас дроны. Давай, наверное, вот такой вот удар сделаем. Есть. Так, третья волна. Стрелозады. Наверное, сделать так придется. Угу. Теперь критовка. Добьем. Нормуль. Так, четвертая волна. Упс. Упс. Побежали с разбега. Тынч в тыкву. Блин, кому надо... Вот, наверное, вот все-таки надо сюда, ребят, бомбить. Хотя там Эйприл еще, ё-моё. Если я волну сделаю. Эйприл будет хилять, ребят, естественно. Будет хилять сейчас всех. Ой-ой-ой, этот еще и баллончик свой бросает. Ай, меткость понизили. Кому-то кранты, по-моему, да? Ну, будут сейчас, будут кранты, поверь мне. Уф, завалили, а. Так, подожди, а у нас еще кого-то завалили, оказывается. Ну-ка. Кого мы потеряли с собой, не могу понять. А, мы не потеряли, ребят, мы же шли туда не полным составом. Ну и как, интересно, буду последнюю волну бомбить? Ума пока не приложу. Еще и меткость пониженная. Так, пятая волна. Поехали. О, ё-моё. Еще и промахиваемся. Ты прикинь? Контратака, да, у нас? Йоу, только не это. Ну все, ребят, это фиаско. А это фиаско, мы с тобой здесь проиграли. Трындец. Не ожидал. Честно сказать, не ожидал. Я думал, все-таки мы поборемся. Но, как видишь, бесполезно.
Ну-ка, маузеры. У них защита там стоит офигенная. Если бы мы сейчас с тобой, предположим бы, сделали бы, например, волну, суперволну, но не суждено. Не-а. Все-таки очень сложно драться, ребята. Как тебе сказать-то? Ну, ты смотри, у них здесь 75 уровень, да? Все персонажи плюс 5 волн. А у нас с тобой 90 только имеет уровень Бакстер Стокман, 80-й железноголовый и остальные 70. И нету ни грамульки хила, понимаешь? Можно было бы, конечно, муху взять, но мне кажется, ее 60 уровень просто сразу бы забомбили. Да, немножечко, конечно, грустно. Ну что, у нас с тобой еще есть 21 сыр. Давай, наверное, мы его потратим на поиски вот здесь вот черепашки какой-нибудь. Кружечка нам выпала, спасибо. И жетоны. Да. В общем, ребят, не знаю, надо будет попробовать еще в следующий раз, в следующей серии, попробовать пройти эпизод 7. Без потерь не получится, мне кажется. Но пройти, мне кажется, его можно. Опа. Блин, у нас нету денег. Но если честно, я бы не стал бы, наверное, покупать бы за доллары. А вот шинигами. Да, это будет какой? 77-й. То есть еще два раза нужно будет. 200 монет, одним словом. Да. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.